Если ты хочешь жить лучше, работать нужно больше. Мы захотели рынка, вступили в этот рынок, а это конкуренция. Но сегодня рабочие места есть. Да, можно сказать, что это не те рабочие места, но чтобы иметь то рабочее место, на рынке надо конкурировать, начиная от образования и заканчивая тем образом жизни, которым ты сегодня живешь. Это реальность. И такая реальность справедлива. Чтобы не было уравниловки. Поэтому надо шевелиться для того, чтобы нормально жить. И у нас много таких людей. Слава Богу, Беларусь еще не обленела настолько, чтобы не понимать, что больше работаешь, больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать. Это моя политика. Да, о зарплате много говорим, но это не зря плата, а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать. Работяг, людей труда, которые трудятся, создают эти блага, мы должны поддерживать. Но давайте откровенно. Трудно, наверное, процент посчитать в этой структуре. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли? И вы знаете, я с удовольствием отмечаю, что на нынешнем этапе профсоюзы не занимают позицию некого критиканства. А вот увидели, зарплата невыплаченной точка. А начинают конкретно с нанимателем, как вы говорите, с руководителями, разбираться, кто работает, а кто нет. И эта тенденция в будущем будет только усилена. Мы не должны агулом всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах. Человек, трудяга должен быть защищен. Денег жалеть для таких людей не надо. А вот тот, кто сегодня не работает, не надо бояться профсоюзом заставить их работать. Вы государственники. И мы все в это сложное время для нашей страны, мы все с вами в одном ряду, вместе, как вы говорите, объединившись, как вы говорите, должны решать эти проблемы, ни на кого не спихивая их. Брать и решать.